В прокуратуре Тувы прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики. Региональной прокуратурой в ходе надзорной деятельности за текущий период 2017 года выявлено более 370 нарушений законов, опротестован 31 незаконный нормативный правовой акт. В суды направлено 18 исков. Сумма заявленных требований по ним увеличилась с прошлогодних 660 тысяч рублей до более 5 миллионов рублей в текущем году. На данный момент рассмотрено и удовлетворено 13 исков более чем на 2 миллиона рублей. Два иска на около 170 тысяч рублей прекращены ввиду добровольного исполнения. По выявленным нарушениям антикоррупционного законодательства прокурорами внесено более 150 представлений, по результатам рассмотрения которых дисциплинарной ответственности привлечено 144 должностных лица. За совершение коррупционных правонарушений к административной ответственности привлечено 5 лиц. В текущем году в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц прокуратурой направлено 11 материалов проверок, по которым возбуждены уголовные дела. Установлено два преступления, совершенные организованной преступной группой.